Будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, и затем исследование Марса. Первое это совсем скоро, в 2019 году там мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз, наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Потому что там есть основания полагать, что там может быть вода. Вот, там есть чем заниматься. Оттуда может быть начато исследование других планет, далекого космоса. Да что ты, черт побери, такое несешь?